водитель КамАЗа, двигаясь по объездной дороге, аэропорт Воткинский тракт, примерно в 1:40 ночи. Легковой автомобиль, двигаясь мне навстречу, не доезжая до меня 30 метров, резко вышел на мою полосу движения, произошел удар. О том, что встречная полоса убивает, и убивает в прямом смысле слова, сотрудники госавтоинспекции не устают повторять. Только в 2015 году в таких ДТП погибли 18 человек и 64 получили тяжелейшие травмы. Яркое этому подтверждение ДТП, которое имело место около 2 часов ночи, сегодня на автодороге от Ижевского аэропорта к трассе Ижевск-Воткинск. Водитель автомобиля ВАЗ-2113, молодой человек 23 лет, выехал на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ. Водитель ВАЗа скончался на месте, автомобиль получил серьезные технические повреждения, которые характеризуют скорость его движения перед ДТП. Необходимо отметить, что ранее водитель автомобиля ВАЗ задерживался сотрудниками госавтоинспекции неоднократно в течение 2014 года за превышение скоростного режима на величины от 40 до 60 км в час.